Не осталось без внимания жителей столицы в день города и традиционная утренняя зарядка со звездой. Около 5000 жителей и гостей в воскресное утро вышли на Красную площадь, чтобы стать участниками массового праздника физкультуры и спорта. Звездой стал участник завершившейся на днях Олимпиады в Бразилии мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике Владислав Поляшов. Именно с его разминки для чебоксарцев и началось празднование Дня города. С удовольствием делали и представители органов власти республики, руководители организаций, предприятий, студенты, школьники, те, кто не может жить без физкультуры и спорта. И дождь им, как выяснилось, совсем не помеха.